Привет, Люб... Привет, Любфест. Привет, привет. Что-то очень тихо. Давайте с вами разогреемся. Спасибо. Давайте с вами немножко разогреемся. Мы говорим Люб, вы говорите Фест. Люб! Фест! Люб! Фест! Люб! Фест! Ну, получше, получше. Мы безумно рады вас приветствовать на нашем третьем летнем фестивале. Мы рады стараться, с каждым разом становимся лучше для вас. И спасибо, что пришли. Мы очень вам благодарны, что вы все собрались поддержать наш фестиваль и насладиться этим прекрасным временем с нами. Ой, наша тематика на данный летний фестиваль раньше было лучше. Готовы свести скулы или прослезиться от прекрасных старых фандомов? Погромче! Ну-ка, любители Sailor Moon. А может, рубаки? Нет? О, молодцы! Токийские кошечки. Респект. Мы готовы порвать эту сцену с нашими прекрасными участниками, которые готовились, прошли целый отбор, чтобы попасть на эту сцену. И надеемся, что вы будете очень яро их поддерживать, потому что каждый, выходящий на эту сцену, очень волнуется и будет рад вашей поддержке. А сейчас мы начнем наше шоу. Аплодисменты! Специально от Любфеста. Остается вечным. Но какое приключение ждет меня сегодня, только предстоит узнать. Кто посмел меня разбудить? Да я тут со своим другом обсуждаю, какой пластик лучше использовать. С ним? Конечно, знакомься. Пластик? Да. Для чего? Ну, знаешь, там в косплее делают всякие украшения, доспехи из 3D-печати. 3D-печать? Какие незнакомые слова. В наше время все делали из линолеума и картона. Слушай, ты вообще из какого века? Я из века Евангелиона и призрака в доспехах. Долго же ты спала. Между прочим, сейчас 2024 год на дворе. Кстати, я Стелла, первопроходец Звездного экспресса. Будем знакомы. Я королева Нихиления. Королева Мертвой Луны и хозяйка цирка Черной Луны. А, это Казбен такой! Мне мой друг немножко пояснил за лор вашей планеты.
Я, между прочим, тоже своего рода косплеер. Косбенд? Какой косбенд? И вообще, мы с тобой что, находимся на фестивале? Кажется, я проспала все дедлайны. Что ж, здравствуйте, дорогие гости. Добро пожаловать на фестиваль Любфест! Это место, где вы можете окунуться в атмосферу творчества и разнообразных тайтлов, а любимые персонажи оживают у вас на глазах. Участвуйте в активностях, посещайте стенды, фотографируйтесь на фотозоне, а главное, не забудьте купить VHS-кассеты с вашими любимыми анимационными сериалами. Подожди, какая VHS-кассета? Ты вообще о чем? Ладно, мне вот мы почти что начали, вот прям совсем только что начали, а мне уже жарко. Вот что делать? Жарко, потому что лето. Дорогие посетители, не забывайте на улице надевать головные уборы, а также пейте воду. На каждом этаже расположены кулеры, и вы можете выпить воды совершенно бесплатно. Уже третий Любфест подряд о нас заботится компания «Хваловские воды». Кстати, про кассеты. У вас есть любимые старые аниме? Какие? «Призрак в доспехах», так слышу еще. «Dragon Ball» я еще слышала. «Dragon Ball». Прекрасно. «Маклон один». «Сейлор Мун», так, отлично. Еще. «Маклон один». «Миядзаки» услышала. «Миядзаки». «Дворецкий». Там тут кричат «Мастера меча онлайн». «Мастера меча онлайн» — это не настолько старое аниме, как, например, «Евангелион». «Алхимик». «Алхимик». Прекрасно. Но я думаю, сегодня точно у вас сведет олдскулы. Ну, а, кстати, я хочу еще рассказать про такую штуку. Одна из неотъемлемых частей моих приключений — это помощь нуждающимся. На Любфесте весь день для вас работает стол секонд мерч добра. Все средства, вырученные с продаж на этом столе, будут перечислены в благотворительный фонд «Подарок судьбы», который, между прочим, с 2011 года помогает бездомным животным обрести любящую семью и новый дом. Не упустите возможность помочь маленьким пушистым друзьям. Как мило! В наше время такого не было. Я отлучусь на 5 минут. Разведать про артефакт. Возможно, это то самое золотое зеркало мечты, которое я ищу. Надеюсь, апокалипсис за это время не произойдет. Ну, кто знает, случится апокалипсис или нет. А я в любом случае хочу сказать, что если кому-то из вас станет плохо, то весь день у нас дежурит классная команда «Медицинский дракон». Эти люди помогут вам в любой ситуации, что бы ни произошло. Ну а давайте сейчас немножечко с вами разогреемся и тоже посмотрим, каких фанатов в зале у нас больше всего. Похлопайте, люди, которые обожают «Шаман Кинг»! Прекрасно. А теперь те, кто любит «Атаку Титана». Вау, так, вас заметно больше. Двигаемся дальше. А теперь поиграйте. Все. Так, мне нужно связь с космосом поймать сейчас. А теперь похлопайте те, кто любит «Ведьмак». Прекрасно. А может быть, кто-то из вас играл в старой части «Дума»? Тоже неплохо. Ну а теперь покричите те, кто любит «Соника». А может, «Черепашек-ниндзя»? Так, тут у нас поровну. Поровну. Так, двигаемся дальше. А может быть, есть у нас фанаты сериала «Зачарованные»? Прекрасно. А постучись в мою дверь. А может быть, кто-то из вас смотрел «Леди Баг»? Как вас много. А может быть, кто-то из вас знает о таком сериале, как «Ким 5 с плюсом»? Вау, пока что это лидер среди фандомов. Ну, а давайте мы перенесемся немножко в комиксную историю, если среди нас фанаты «Людей Икс». Вас тоже достаточно много. А «Майора Грома»? Слушайте, этот фандом сейчас посоревнуется с «Ким 5 с плюсом».
А если кто-нибудь, кто шарит за триган? Аналогическая битва? Вау! Так, а может быть, есть фанаты Джоджо? Слушайте, вот этот фандом, мне кажется, выиграл сейчас. Ну, я даже не знаю, что поставить в противовес. Давайте вернемся к сериалу. Теория Большого Взрыва. А Игра Престолов? Тоже неплохо. Но я думаю, немножко нужно еще раз игры вспомнить. Mortal Kombat. А Street Fighter? Ну, я думаю, люди найдутся, те, кто сейчас похлопали, пообщаются. И так, давайте же вернемся прям совсем олдскульным фандомом. Это Акира! Вас немного, но я с вами! А Призрак в доспехах? Я думаю, похлопал сейчас тот человек, который называл Призрак доспехов, когда мы здесь общались вместе с моей дорогой Нихиленей. Ну и давайте немножечко так пройдемся по еще каким-нибудь популярным фандомам. Фарфоровая кукла! А Евангелион? Я думаю, что среди всех фандомов однозначно выиграл Джоджо. Давайте еще раз похлопаем фанаты Джоджо! А давайте еще сильнее! Прекрасно. Я хочу напомнить, чтобы вы точно так же поддерживали наших дорогих участников конкурсной программы. Потому что помните, что ваши аплодисменты — это самая лучшая награда и поддержка для наших выступающих. Ну что ж, я думаю, что можно еще немножечко с вами поиграть. А кто-нибудь уже знает о том, что у нас весь день на фестивале проходит наш люб-квест, за прохождение которых вы можете поучаствовать в беспроигрышной лотерее? Прекрасно. Я думаю, что после первого блока косплея каждый из вас должен подойти на инфостенд, взять бумажечку люб-квест и поучаствовать. Так, давайте еще с вами пообщаемся. А может мне кто-нибудь назвать три суперстарых фандома, которые вот еще раньше, чем Евангелион были? Покемоны. Роза Виктория. Сейлор Мун. Онидзука. Прекрасно так. Есть еще какие-то пожелания? Прекрасно, прекрасно. Война и мир. Ну, слушайте, да, это суперстарый фандом. Я думаю, всем знаком и любим. Да. Ну, прекрасно. Я думаю, да, сегодняшняя программа вас точно-точно удивит и заставит полюбить как и суперстарые фандомы для людей, которые не знакомы с ними, но и также познакомить для людей, которые не шарят за современную культуру, с нынешними фандомами. Да, тоже верно. Ну, давайте мы немножечко вернемся и еще чуть-чуть подключим, пока у нас есть время. Так. Я снова включаю свою связь с космосом и пытаюсь вспомнить старые фандомы. Metal Gear! Прекрасное предложение. Ну давайте похлопайте, кто шарит за Metal Gear. А за Bayonetta? Вот, а кто-то шарит за Drakengard? Люди, я с вами. Gundam. Да, тоже верно. А если фанаты Гуррен Лагана? Вау, как вас много. А Kill la Kill? Прекрасно. А из новенького Промар? Да, Промар! О, привет! Я успела погулять. И за это время встретила просто невероятное количество потрясающих косплееров. Это значит, что скоро начнется косплей-шоу. Ну а, собственно, какое же косплей-шоу и конкурсная программа без дорогих членов жюри? Давайте же похлопаем и будем встречать их!
И первого на эту сцену я приглашаю жюри каверденса Токич, косплеер и кавер-танцор уже на протяжении 9 лет, призер и член жюри фестиваля восточной культуры в России. Кейхон Фест, вы живы? Готовы сегодня зажечь? Не слышу. Давайте еще, еще, еще. Как уже мне представили, я Токич. Косплей в каверденсе я уже много лет, но сегодня буду жюрить только каверденс. Ну и косплееры тоже не расслабляемся, потому что я буду вручать от себя спецприз. Он достанется вообще любому участнику конкурсной программы. Так что всем файтин! Большое спасибо. А далее на эту сцену я приглашаю Вики Грей, косплеер со стажем более 6 лет, победительница более десятков конкурсов по всей стране и опытная жюри. По образованию она дизайнер костюма. Привет, Люкфест. Очень рада сегодня быть здесь. Признаюсь честно, когда я увидела списки участников, мне уже стало очень страшно, как вас всех журить, ребята. Вы очень-очень классные, и по секрету сегодня от себя я еще вручу одному спецпризеру приз от фестиваля Софа, который, скорее всего, пройдет этой осенью или зимой. Вот, так что, ребята, get excited, это будет весело. Будем выбирать сегодня самых-самых классных из вас. Вот, спасибо вам большое, что пригласили меня сегодня сюда. Аплодисменты, Вики Грей! И следующим на эту сцену мы приглашаем Далика Тайлера! В косплее с 2017 года. Вы точно знаете его по косплеям Доктора Стрэнджа. Многократный победитель фестивалей как в России, так и за рубежом. Всем я хочу сказать всего лишь 5 слов. Покажите, на что вы способны. Участники, покажите отличные клевые номера. А зрители, поддерживайте их. Аплодисменты Далику Тайлеру! А далее на сцене мы встречаем Нита. Она в косплее уже более 10 лет. По образованию художник-иллюстратор. Работала над дизайном театральных костюмов, а также в костюмерном отделе на съемочной площадке сериала. Встречаем громче, громче, громче! Всем привет! Как ваше настроение? Молодцы, отлично! Помимо того, что я счастлива сегодня здесь с вами быть и жюрить, и ожидаю феерической программы от участников, но также я хочу сказать большое спасибо каждому зрителю, который находится в зале. Вы тоже большая часть всего этого шоу, и не забывайте, что ваша поддержка очень много значит для каждого выступающего, так что аплодируйте со всей силы. Аплодисменты! Итак, Мирасоль, косплеер и караокер с 2005 года, участник и призер российских и зарубежных фестивалей, ведущая как косплей-фестивалей, так и телевизионных шоу на 2x2, организатор, викмейкер, крафтер и руководитель косплей-мастерской «Лунные демоны». Официальный креатор косплей-направления платформы Япи, а также официальный косплеер разных издательств. Аплодисменты, Мирасоль! Всем привет! Наконец-то я на сцене Люкфеста, ну, потом буду не на сцене, а за сценой. Не как участник, а как жюри, зал. Что я хочу вам пожелать? Хлеба и зрелищ! И участникам небольшая байка. Суть в чем? Мы всегда готовимся, стараемся, очень надеемся, что все получится так, как задумано, но не всегда случается так. И поэтому хотелось бы воодушевить участников и рассказать небольшую историю. Так вот, у меня есть подруга, с которой мы дружим больше 15 лет. Когда ей было 18, она была влюблена в парня, который жил над ней. Она с ним ни разу не разговаривала, ни разу не знакомилась никак, вот она просто за ним наблюдала во дворе и такая думала, вот я вижу наше идеальное знакомство. Я выхожу на лестничную клетку, закрываю дверь. Он спускается вниз по лестнице, видит меня, такой говорит «Привет». И я ему такая «Привет». И тут он понимает, что я женщина его судьбы. Вот просто вот. Жизнь бывает справедлива и несправедлива. В осенний хмурный день это произошло. Она вышла на лестничную клетку, начала закрывать дверь, он спускался вниз по лестнице, увидел ее, сказал «Привет». Она подумала «Шанс настал». Вдохнула побольше воздуха, попыталась открыть рот, чтобы сказать «привет», но вместо «привет» у нее из левой ноздри вырвался вот такой сопляной шарик и с характерным звуком взорвался. По
парень скатился вниз по лестнице с хохоту. Она стояла красная, как рак, не знаю, куда себя деть. В общем-то, ситуация она воспользовалась, потому что она оторвала рыдающего мужика от кафеля. Дальше у них все получилось. Пара счастлива уже много лет вместе, у них двое детей. Так вот, участники, даже если что-то пойдет не так, это всего лишь лишняя возможность вам запомниться. А воспользуетесь вы ей или нет, все уже зависит от вас. На этом у меня все. Желаю всем удачи! Аплодисменты, Мирасоль! Еще один член нашего жюри – Алена Тен. Уже 14 лет как косплеер и почти 7 лет занимается созданием образов и костюмов для различных фильмов и сериалов в России, а также иногда сотрудничает с блогерами и игровыми компаниями. О, привет! Привет, Люфес! Как ваше настроение сегодня? А что так тихо? Давайте. Вот, на другое дело совсем. Ой, я сегодня немножечко опоздун, я вам честно признаюсь, но, к сожалению, так вышло. Извините, пожалуйста. Вот, я вам на сегодняшний день очень сильно желаю оторваться, и чтобы у вас было все очень круто сегодня. Участники были восхитительно прекрасны, я уже там все видела, если что. Вот, так что желаю вам сегодня очень хорошего настроения, классного дня в целом, и чтобы вы утащили побольше ништяков, это же самое главное. Вот, все, всем спасибо огромное. Давайте начинать. Давайте еще раз похлопаем всем членам жюри, которые сегодня будут внимательно смотреть за каждым номером выступающих. Ну а я также хочу напомнить, я уже говорила это ранее, что ваши аплодисменты – это лучшая награда для наших выступающих. Давайте еще раз громко-громко всем похлопаем и зарядим всей энергией. Но кроме аплодисментов, вы можете поддерживать выступающих еще вот такой вот штукой, которая называется «Магия Любфеста». Эти лайкстики можно будет приобрести за инфостендом. Поднимайте их выше, и пусть их свет озарит наш зрительный зал, чтобы каждый выступающий видел вашу поддержку напрямую. Не забудьте включить. Нужно стукнуть их. Я думаю, что... И потрясти. Мы можем медленно начинать. Совсем скоро, буквально с минуты на минуту, начнутся наши выступления. Давайте еще раз. Выступающие в кулисах, вы готовы?